Председатели многоквартирных домов обсудили вопросы ЖКХ с представителями жилищно-коммунального хозяйства и управляющей компанией городского округа. Встреча прошла на новой площадке в просторном зале музейного комплекса, расположенного в парке имени Толстого. Говорили о ремонте подъездов по программе губернатора, подготовке к отопительному сезону и вопросах оплаты услуг. В любое время можете к нам обращаться. Мы находимся на Эмбрисе. Мы все лето проводили «Не открытых дверей». Первая и последняя суббота. Все вопросы жителей будут рассмотрены коммунальными службами. Похожие встречи будут проходить и в будущем.